Te vas a enterar mañana. Yo también te quiero, ma. Наконец-то, чека. Ты как будто марафон бежал. Что случилось? Вроде крутой наемник, а все равно потею, как в парилке, когда с мамой по телефону говорю. Она все время проверяет, не лежу ли я где-нибудь в отстойнике, как большинство уэлсов. Это уже начинает утомлять. Чем больше я ей говорю, что все окей, тем больше чувствую, что вру. Но завтра это закончится. Нас ждет посмертие. Да. Забавно. Что? Посмертие выглядит довольно хреново для клуба с лучшими контрактами в городе. Не суди книжку по обложке, Чумба. Готова пить шампанское? Пошли! Здесь когда-то был морг. Прикинь? Да что ты? Офигеть, да? Ну, это 1000 лет назад было, когда людей еще хоронили по-человечески. Вы кто такие, детки? Мы друзья Декстера Дешона. Он нас ждет. Эй, Декстер, а тут двое на входе. Говорят, они к тебе. Да? Ну, ладно. Сказал, еще занят. Возьмите себе пока что-нибудь выпить. Мы и так собирались в Йехо. Вот оно. Просто мой лучший отдых. Нет, за Найт-Сити. Бьется прямо в этих стенах. Слышишь? Ты представляешь? Сьюзан Форест. Бо-бо. Может, даже Морган Блэкхэт. Сидели на этих стульях. И спали на этой самой стойке. Наша очередь. Эй, видишь эту бабулю? Это бестия. Лучший фиксер в Найт-Сити. А разве не Декс лучший? Бестия раздавала заказы, когда Декс еще пешком под стол ходил. Это ее клуб. Что будете? Я ничего. Реально? А, давай отпразднуем. Угощаю. Чинга да мадре. Ладно, как хочешь. Текил олд фэшн. Плесни туда пиво и добавь чили. То есть один Джонни Сильверхенд. Точно, чика. Кое-кто сделал всю домашку. О чем вообще разговор? У нас традиция. Называем напитки в честь завсегдатаев. Интересно, что нужно сделать, чтобы в твою честь назвали коктейль? Отдать концы. Так, чтобы весь город о тебе говорил. Желательно на задание. Херасия, какая красивая традиция. Высоковатая цена за коктейль. Все равно ж придется помирать. Так тебя хотя бы запомнят. Кстати, меня зовут Джеки Уэллс. Хочешь, свой рецепт продиктую? Давай. 100 граммов водки со льдом, сок лайма, имбирное пиво и, главное, капельку любви. Окей, я запомню. Вы вроде как новая находка Декса. Выполняем его заказ. Мистер Дешон вас ждет. Я бы тоже тут постоял, посмотрел. Но у нас вроде важная встреча.
Откуда ты знаешь? Это часть моей работы. Думаешь, откуда появляется репутация у наемников? Если о тебе не сплетничают, тебя никто не знает. Кстати, про Декса. Он часто заходит? На самом деле он уходил, так сказать, в отпуск. Мы его 2 года не видели. Старый кот гуляет сам по себе, да? Ну, не знаю, где он там гулял, но 5 кило точно скинул. Может, туда просто пиццу не доставляли? Ни пуха, ни пера. К черту. Идемте. Тоже боксирую. А ты что-то экзотическое практикуешь? Кэмпо? Ниндзюцу? Ага. А меня бы уложил? Как думаешь? Сюда. Эстепинчет типо. Да, Эксельсиор. Конечно, наличными, как всегда. Счастливо. Ну что? Наконец-то вся семья в сборе! Первая встреча в реале. А что с болтом? Ну-ка, давай заценим. Алло? Мисс Ви? Ну ладно. Чувствуйте себя как дома. Хорошая комнатка. Звукоизолированная. Джеки. Нет-нет, мистер Уэллс прав. Мы будем обсуждать деликатные темы. Но если вы не против, я сначала задам один вопрос, мисс Ви. Как твоя встреча с Эвелин Паркер? Мисс Ви? Хорошо, я бы сказала. Погуляла по Кампеки Плаза, по местам, которые она засняла на брейн-данс. Да, Бак ввела меня в курс дела. Значит, ты знаешь, кто наша цель. Главный наследник императора, Юринобу Арасака. Да, парень с фамилией на миллионы и без возможности ими владеть. Близкий друг Эвелин Паркер. Так вы просто познакомились, или было что-то еще? Вперед, не стесняйся.
Я поняла, ей хотелось на меня посмотреть. Хотелось на тебя посмотреть, говоришь? Может, перейдем к делу? Ты придумал план, Декс? Да. Вперед, не стесняйся. Ладно, давай посмотрим. Мы с Дексом уже подготовили всю операцию. Сложность будет ниже некуда. Неважно, мне нужны подробности. Деламейн высаживает вас у главного входа в Кампеки Плаза. Входите по фальшивым удостоверениям. Бак помогает вам взломать внутреннюю сеть отеля. Вернее, я и Болт. И, наконец, вы проникаете в пентхаус Еринобу и забираете биочип. И все это по-тихому, с минимальными жертвами. А лучше вообще без них. Тибак будет на связи на всякий случай. А теперь ваши вопросы. Как нам попасть в пентхаус? У Еринобы почти нет охраны. Сложность только в системе безопасности. Чтобы ее отключить, нужно устранить резидента Кампеки. Это элитный раннер, который мониторит сеть отеля круглые сутки. Проблема в том, что комнату резидента можно открыть только изнутри. Погоди, как же мы попадем в комнату, в которую нельзя попасть? Поверь, какая бы проблема у нас ни возникла, Тибак найдет для нее решение. Тут как раз в игру вступает Болт. Вам надо запустить его в вентиляцию, провести куда нужно и заставить резидента немного отдохнуть. Болта придется оставить с ним. Зато я смогу расстелить перед вами ковровую дорожку прямо в пентхаус. Еще вопросы? Расскажи о фальшивых документах. Какая у нас история? Привет, Рамон Викторина. А ты Ханна Конуэлл. Рамон? Допустим. И какая у нас легенда? Вы продавцы оружия, у вас переговоры с Арасакой. Если спросят, вы встречаетесь с представителем их оборонного отдела Хаджиме Таки. Еще вопросы? Мы едем Деламейном. Это же лучшее такси в Найт-Сити. Надоман. Дэшон всегда работает только с лучшими. Деламейн никогда не подводит. Кому нужны мерзкие таксисты, если безупречный скин может с комфортом довести тебя из пункта А в пункт Б? И кто б знал, как он каждый год обновляет лицензию. Если все пойдет по плану, Деламейн привезет вас сюда. Если возникнут проблемы, он поедет на явку. Это куда? В мотель Ноутел. Тихое место, вопросов не задают. Там придумаем новый план. Но я уверен, что это не понадобится. Еще вопросы? Я узнала все, что хотела. Вот и славно. У меня вопрос. Когда обсудим то, ради чего мы это затеяли? С новичками я не торгуюсь. Ставка всегда одна. 30%. Чего? Сколько? Так я оцениваю ваш вклад. У каждого в этом спектакле своя роль и свои риски. Алло? Джеки, все нормально, не спорь. Слушай. Я сказала, не надо. Все по-честному. Окей. В пизду все это. И последнее. В Кампеке нельзя проносить оружие. Вас не пустят через рамки. Стволы придется оставить в тачке, а болт упаковать в чемодан. Я достала вам нормальный шмот. Переоденьтесь. Чидо! Спасибо. Не хочу торопить события, но когда ждать Эдди? Все зависит от мисс Паркер, но думаю, через неделю. Максимум две. А нам что делать эти две недели? Питаться воздухом? Сидеть тихо и не высовываться. Арасака будет на страже. Один чувак сказал, что жизнь есть пир. Глупо уходить голодным, но глупо и нажраться. Карета ждет снаружи. Я тоже сваливаю. Надо подготовиться, пока есть время до операции. Если остались вопросы, задавайте сейчас.
Что думаешь про это дело? Ну, я надеюсь после него купить себе виллу на Крите и послать киберпространство ко всем херам. Пришлешь мне открытку? Ничего личного, но я хочу сжечь за собой все мосты и начать заново. Ты давно знакома с Дексом? А что? Ну, знаешь, народ на улицах разное говорит. Все, что мы слышим, это мнение, а не факт. Марк Аврелий сказал. И ты тоже философ. Неудивительно, что Декс тебя любит. Спасибо, что помогла с мусорщиками. Парой мясников меньше, уже хорошо. Мэрия нас еще благодарить должна. Вроде нет вопросов. Ну, за работу. Ну так что, ты готова ехать? Мне надо еще кое с чем разобраться. Sin problemas. Встретимся у Деламейна. Только переоденься.